В Бухаресте из-за проблем со здоровьем скончался журналист и наш бывший коллега Игорь Бурчу. Ему было 48 лет. О смерти журналиста в социальных сетях сообщили его коллеги по цеху. Известие о кончине Игоря Бурчу глубоко потрясло тех, кто его знал. Журналист Николай Федерюк рассказывает, что познакомился с ним в 2000 году. Тогда Игорь Бурчу был главным редактором газеты «Флукс». Федерюк говорит, что они много лет были коллегами, в том числе и на нашем телеканале, где оба занимали должности редакторов. Da, el este unul dintre oamenii la care m-am raportat eu ca gazetar în primul rând, sigur că el. Он один из тех, на кого я как газетчик равнялся в первую очередь. Конечно, он был ориентиром и для меня, и для других более молодых коллег. От него я узнал, во-первых, что журналисту, человеку прессы следует сформировать свою позицию, свое мнение и главное уметь аргументировать свою позицию. Propriu și cel mai important să-și poată argumenta această poziție pe care o are. Журналист Штефан Секеряну также выразил соболезнования. Он написал в социальных сетях, что всегда будет помнить с большой болью в душе его солнечное мятежное лицо, а также столь же солнечное мятежное и точное соответствие слов и фраз в его текстах, полных волнений и смысла в изданиях «Цара», «Флукс» или в кадрах на экране. Игорь Бурчу был журналистом, имел степень магистра истории. Он учился в университете Александру Иоанна Куза в Ясах и получил диплом в области политологии. Игорь Бурчу был главным редактором издания «Флукс», а также редактором на нескольких телевизионных каналах в нашей стране.